Всем привет, с вами снова Артём, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть в Dying Light, проходить его. Часть игры мы с вами прошли. Собственно, осталось добить. Так, что у нас там по заданиям? Мы сейчас с вами в лагере рыбаков, по-моему. Так. Спаситель — это сюжетное задание. Так. Давай посмотрим, что у нас по карте. У нас здесь есть задание водоросли, да? В отмеченном районе. Давайте это попробуем выполнить. Как рыбка? Лысо? Так, и чё? С ним разговаривать надо, что ли? Thank you so much. Спасибо огромное, прошу, возьми это. Дезинфицирует, повышает свертываемость крови и ускоряет заживление ран. Ну, спасибо. Это, кажется, задание. А, я не забрал. Лечебный рецепт Софии. Интересно, интересно. Поговорите с Ирвином. Так, ладно, что у нас еще есть тут? Какие задания? Зона, захваченная бегунами. Так, точка маршрута. А у нас там, в принципе, два задания выполнены, как я понял, да? Ну, погнали. О, сквозь веревки пробежали, нормально. Нормально. Отсюда выскочит. Я не помню, как пользоваться. Блин. Как пользоваться этой кошкой? А, вот как. Напугал меня, блин. Ай, иди нахер. Ну, зато теперь быстрее перемещаться можно. Ха-ха. Да в смысле, нахера ты переключил оружие, блин? А, там что-то есть. Кого-то жрут. Но ты мне что-нибудь дашь? 124 бакса, не густо, чувак. Вообще не густо. Да, с кошкой гораздо проще играть. Ой! Иди нафиг. Кого там защитить надо? Так, ладно, потерпишь немножко. Посиди тут немножко. Еще и тут кто-то есть, блин. Да вы издеваетесь, ребята. Так. My
brother-in-law last I come to. Afra has gas on the brain, but у Арфа один глаз на уме, но своим делом незаменим. Правда, всякие люди нужны. Даже even такие, как kind, он. Не лучший представитель человечества. Он велел передать тебе это. He said I should give you this. Поджарьте их заживо. Кофе? Ты спас нам жизнь, эти любители кофе опасные психи, только об одном говорят. Чё ещё? Чё-нибудь? Бинты, лекарства? На. Я сразу выполнил. Я взял... А где субтитры? Короче, я все задания выполнил сразу. Прикол. Ладно, что у нас тут есть еще? Кладовщику надо сходить обязательно. Special deal for you. Что у тебя есть? Разрывные стрелы, нифига себе. Так, давай-ка мы у тебя купим аэрозоль, марлю, химикаты. Но патронов у меня дофига, блин. Винтовочных тоже. В смысле, нет свободной ячейки. Ладно. Так. Да что ты говоришь? На. You're a regular saint, you are. I couldn't stand watching our kids starving. Так, пойдем хлам скинем. Че нам еще не нужно? Нам вообще мешочек с кофе бы продать, да? Потому что мы столько насобирали, что офигеть можно. You won't find better deals in all of Haran. А, прикол, еще осталось с Хэллоуина, типа. Так. Продать все ценности, да. А, больше тебя нечего ловить, пошли отсюда. Так. Так. Грибы отнести, блин. Еще всякая херня. Аккумулятор от грузовика. Ладно, давай попробуем защитить этого дурака. Что же ты сделаешь? Копаю червей для рыбалки, конечно. Что я тут еще делать? Огласить весь список? Нет, пусти меня на рыбалку. Я Марбос, если ты движешь меня к своему секретному родному месту, я дам тебе кое-что. Мне совсем не нужное, а тебе весьма полезное. По рукам? Погнали. Поехали. Хорошо, но сначала нужно забрать мою снасть. Во-первых, мой спиннинг. Табунга 12 модели. Суперкастер. Угадай, сколько я за нее заплатил. Мне плевать. А вот и нет. 275 баксов. Он стоит... А стоит он 649. Не новый, да, но зато цена отличная. Да, чувак. Фига. Я так полагаю, что ночь, когда закончится, то вот эти все пропадут. Потому что я последний раз играл, когда, типа, этот, Хэллоуин был. Наверное, после ночи пропадут эти все скины хэллоуинские. А может и нет. Блин, чувака бы спасти, но... Извини, чувак, иначе я провалю эту миссию. Ага, вот он. Я отдал ей под залог пару месяцев назад. Но благодаря пене полного капсулы властных структур я могу вернуть ее бесплатно. Повезло, а?
without having to pay for it. What good luck, yes? Hurry up, Omar. Побыстрее. Okay. Теперь нужна удочка. Do you fish? Ты рыбачишь? No. Нет. You should. Это полезно для души. А потом рыбу можно съесть. Удочка у меня Seabeam, углепластиковый Flex Master 2. Ты не спросил, но я знаю, что тебе интересно. Я продал ее своему другу Рошану, но он, кажется, превратился в мутанта, так что зачем ему теперь удочка? Судя по всему, от эпидемии тебе одни выгоды, Омар. Я практичен, как рыба в море. Во всем есть хорошее, кроме комаров. Вот забавно касательно москитов, типа москитос, ну, по-английски, да, это и как комары переводятся как москиты, потому что вроде как москиты и комары это же разные насекомые, если не ошибаюсь. В воде он мне не страшен, а на земле очень-очень опасен. Блин, так. Блин, я забыл, как менять оружие, блин. А, во. Ну давай уже убей его, блин. Я стрелять не хочу. Все? Или что, где он там? Убили мы его. Зашибись, блин. Ух ты, ёпти, блядь, да вы чё нахер? Жесть! Все, бежим нахер. Я думал, придется его обязательно убивать, но не пришлось. Привет. На, да умри же, блядь. Еще один, да. Да иди нахер, блин. Капец, блин. Hello, Roshan. Привет, Рошан, я пришел за удочкой, надеюсь, ты ее не сломал. Рошан уже пристрелил себе голову. У меня больше 300 разных блюсен, и у каждой своя история. Хочешь, расскажу? Нет. Жалеть будешь. О нет, он царапал свое идиотское имя. Я убью его. Можем идти? У меня есть все, что нужно. Отведи меня на рыбное место, дружище. Рыба зовет. They are summoning me. Да. Ты дурак, чувак. А, блин, его покоцали тоже жестко. Я даже не... Вот сейчас только заметил, что типа есть...
На моем родном месте полно зомби. Я не могу рыбачить, если меня едят. Понятно, кто бы сомневался. Да иди нахер, блядь! Вы меня заколебали, короче. Давай, иди сюда, иди ко мне. Вы что, бесконечные, что ли? Пока я буду стрелять, будете бежать, блин? Блин, Амара убивает. Я это не переживу, блин, второй раз. Да иди нахер, блядь. Ай, жесть какая-то. Чё, мы перебили всех, что ли? Для тебя это был бесценный опыт. Я собирался заплатить тебе рыбой, но в ломбаре нашел вот это и решил, что тебе это нужнее. Чертёж. Чертёж к черту. Если все же захочешь рыбу, придется ждать, пока я ее наловлю. Нет, спасибо. Прощай, да прибудь с тобой рыба. Всегда. Ага. Только рыбы мне не хватало, бля. Да уж. Кучу патронов только растратил, бля. Блин, оглушил его и не успел воспользоваться моментом, бля. Да иди нахер. Да, на дробовике только зря растратил патроны, бля. А это имба дикая. Так, ремонтов у нас больше нету, да? Ну, можно теперь вернуться обратно. Второго дурачка защитить. Че по времени, кстати? Блин, уже вторая половина дня. Надо торопиться. А, вот кошка. Отлично. Иди в жопу.
О, кого здесь спасти можно? А, это торговец. Я так полагаю, у него что-нибудь прикольное может быть. Ну-ка, что у тебя есть? Железный клевец, двухствольное ружье какое-то крутое. 911 огневая мощь. Марлю берем. 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 Коголь, изолента, силовый кабель, жестянка, сжигательная стрела. Так, урон 911, а у нашего ружья сколько урон? What a deal. Ну такой же урон, бля. 25 точность, 30 скорострельность. А у него что? А смысл тогда фиолетовое ружье? Вообще никакого, значит. А вот мачете охотничье — это тема. Наверное, надо брать. Check out my inventory. It's the best. Мне интересно, будет бошки рубить? Мачете. Ой, блин. Сэр, у меня к вам безотлагательный разговор. Если уделите мне немного внимания, вы вскоре станете богаче и мудрее. Без обид, но ты похож на бродячего торговца. Я есть торговец. Я Фарук Кармас, эксперт по продаже фирмы, чистящие моющие средства Зерб. И у меня к вам невероятное предложение, сэр. Я не собираюсь ничего покупать. Разумеется, я не собираюсь вам ничего продавать, кроме одного. Идеи. Вы помогаете мне. Ой, мама. Сэр, мне не хватает репродаж, чтобы стать продавцом года. Учитывая, что из-за зомби и смертей мы будем закрывать год раньше, поверьте, так и будет. Слушай, я очень занят. Мы все заняты. Я сам занят. А вы заняты с помощью мне. Ведь я уже продал нужный товар. Осталось доставить 3 бутыли пятного водителя Зерб. Я могу докладывать начальству. Сделки будут закрыты, я стану продавцом года. Да, но... Но что получите вы? Славу? Что еще? Награду? Да ведь это самое важное для человека вроде вас. Плюс вы получите гарантию качества Зерб. Ну давай, погнали. Фарук, погнали. Вы не пожалеете об этом. Но лучшее время для торговли. Везде видишь смерть, только смерть и ничего другого. Но ты по-прежнему стараешься. Париваешь и втюхиваешь. Вот мой подход. Так, надеюсь, до ночи мы успеем. У нас еще какие-то неиспользованные очки навыков есть. Давай-ка сразу прокачаем. Так, что у нас есть? Удар на бегу, реакция. Ноги ломать можем. Давай реакцию сделаем. Так. Так, а где он? Чувак, теперь тебе нужен будет антизин, да. Ой, я что, в него воткнул, что ли? Ну ё-моё, блин. Блин, вас что-то много слишком, ребята. Что-то мне сдается, что лучше применить оружие, блин. Thank you.
Так, больше шуметь нельзя. Я понял. Блин, а чего вас так много-то, блядь? Ну это жесть! Вас вообще дохерища, блядь. Ну давай, иди сюда. А чё, его убили, что ли? Блядь. Блин, того придурка убили, блин, походу. Блин, зря я шумел, короче. Давай, иди сюда. Да, а теперь походу все повторится, да? Да сдохни уже, блин, тварь. Отстань, блин. Да иди нафиг. Вот жопы-то, а. Мы уже не успели, походу, блин. Зато мне очков навыков дали дофига, блин. Забавно. Грузы больше не скидывают, блин. Так, этот придурок появился здесь, не? Стоп, что-то я не понял ни хрена. Все, его больше не будет? А, вот, ну понятно, задание провалено. Уже 8 вечера, все. Ну, посиди пока тут. Но этой клюшки хана явно, ее уже выкидывать надо. Так, что там у нас? Клюшка, клюшка. Ее раз... Что с ним можно сделать? Улучшить, починить... Починить ее нельзя, ее только разобрать. Давай разберем. Сабля сипахи. Так. Что будем делать? Надо что-то сделать мощное. Так, надо что-то придумать. Надо что-то подумать, придумать. Наверное, лучше зайти в дом, в башню. Чего вы тут стоите? Так, у тебя ничего нет, понятно. В смысле, длинный короткий нож? А это что, не идет, блин? Чего не хватает, блин? Клевец, блин. Так, чё тут у нас есть? Ну, кстати, как выглядит-то эта херня, блин? Ну-ка, ща. А, ну сабля спать-то понятно. А, мы сейчас не посмотрим. Надо поспать сначала. Ладно, погнали. А что, у вас есть что, не? Фига, он точит, блин. Точит, только не печеньки, а мачету.
Так. Что скинуть? А скинуть-то и ничего. Можно барахло продать тебе. You won't find better deals in all of Haran. Продать ценности. Кирка. 264 урон, блин. Ну-ка, давай попробуем. Ну, хотя не хочу я деньги тратить сейчас особо. You won't find better stuff anywhere else. Классика жанра, блин. Либо яд бегуна. Что за песчаная буря? Даже интересно стало. Я дробовик испорчу или нет, блин? Только смысл. Шквальный огонь. Что поменяется-то? 25-30, то же самое все. Вообще не вижу смысла. Яд бегуна. Не, я лучше подожду. Может, у меня что появится нормальное, там еще получше. А, вот, уровень силы можно прокачать. Метание холодного. Бросайте врагов оружие все серьезно дважды. Находитесь ПКМ, чтобы прицелиться, а затем... ПКМ, чтобы бросить предмет. В разброс. До трех врагов за раз. Наверное, убьете глушенных врагов. Наверное, тоже нормальная штука. You won't find better stuff anywhere else. Удваивает урон с индивидуальным оружием. Надо, наверное, надо было вот это качать. Ну ладно. Так, все, поспим. Выполним это гребаное последнее задание. Ночь. А у нас не ночь, у нас день уже. Создать новый предмет. Нафиг мне не нужен новый предмет. Так. Зачем мне два пистолета, блин? Ну-ка. Немецкий пистолет. И здесь немецкий. You won't find better deals in all of Haran. Блин, и обязательно надо было скинуть, блин, пистолет, который в инвентаре. Ладно, все, пошли этого придурка помогать, блин. Не понял. А, во. Бошки будет рубить, интересно? Давай, давай, иди сюда. Иди сюда, давай. Давай, давай. Пошли. Да пошли уже. Давай. Пошли. Да, 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 да. We are all busy. I'm busy. You're busy helping me. But these sales are already made. I just have to make delivery of three bottles of Zerp Stain. Then the sales are complete, and I am salesman of the year. Три бутыли пятного водителя. Да, но. Но вы получите славу, что еще? Награду. Да ведь это самый важный человек вроде вас. Плюс вы получите гарантию качества зерна.
You get the Zerg guarantee of satisfaction. Давай, пошли. All right, Farouk, let's get going. You will not regret this. Вы не пожалеете об этом. Не лучшее время для торговли. Везде видишь смерть, только смерть и ничего другого. And yet you soldier on. Да и ты по-прежнему стараешься. Впариваешь и втюхиваешь. Вот мой подход. Пошли бошки рубить, блин. Привет. Блин, а мне нравится это оружие. Фига. Нормально. Стой, давай, да. Я тебе помог, давай, теперь ты мне. Все. Пошли. Да, холодное оружие явно лучше. А, фига, тут больше нет этих. То есть мы убили и все, больше они не появляются, нормально. И чё? Эксперт Зерпа, Зарпака. Нет там никого. Может, они вышли кого-нибудь убить? Оставлю дверей, счет придет позже. Ага, бля, конечно. Они уже там умерли, наверное, бля. Так, следующий. Нормально, кстати, бошки рубить. Эксперт Зерпа, доставка. Видимо, ушли за антизином. Надеюсь, найдут. Важно, я бью этого с двери, я понял, автоматический заказ. Наслаждайтесь жизнью без грязи. Да, средство для уборки явно нужно в апокалипсис. Обычно мне нравится помогать людям. Ты что, из армии спасения? Привет. Дай ему хана уже, все. Да успокойся, блин, все уже. У тебя еще небось быстряки набегут, и будет какой-нибудь громила, блин. Стандартно, блин. Да ты чё, бессмертный что ли, блин? Ah!
Так, где он? Придурок, это убежал, что ли? Твою дивизию, блин. Да вы откуда набежали-то, блин, а? Да вы чё, откуда набежали-то, блин? Жесть какая! Это чё за ужас, блин? Да как тут можно выиграть, блин? Блин, Фарука сейчас убьют, блин! Да вы чё, блядь? Охренеть просто! Не, я бы как бы мог выжить, блин, но мне нельзя... Пиздец! А как там по-другому, без холодного оружия нельзя было того придурка убить, блин? Давай быстрее, блядь, всё, без болтовни, да? Мне похер, давай быстрее. Давай быстрее, блядь. Helping me. Sir, I am just 3 sales short of being salesman of the year. That is assuming that with all the death and zombies, we'll be closing out the year early. Which we will. We are all busy. I'm busy. You're busy helping me. But these sales are already made. I just have to make delivery of 3 bottles of Zerp stain remover so I can post to billing. Then the sales are complete. Ты заткнешься, нет? Salesman ты, блядь, болтаешь слишком много. But what's in it for you? Glory. What else? Rewards. Yes, some good useful treasure for someone like you. Plus, you get the Zerp guarantee of satisfaction. You will not regret this. It's tough time for sales. It's really death out there, what with all the death and so forth. Hose them and close them, that's what I say. Опять эта длинная скучная миссия. Да умри уже, блин! Да ты заколебали вы меня уже, блин! Вы чё, серьёзно, что ли? Какими-то мелкими двумя зомбарями не справились, блин. Да соткнись, блин. Ещё одного придурка спасти по дороге, ну, понятно. Молодец, блин. Ну понятно, кто бы сомневался, что тут опять куча этих будет, блин. И пошуметь тут нельзя, блядь, нихера, блин. Хана, походу мне, да? Ой,
Просто жесть какая-то, блин. Ну того чувака сожрали, я уже понял, блин. Можете мне не объяснять, блин. Нахер, блядь. Опять эту болтовню слушаю. Давай, блядь. Look, I don't really want to buy anything. Of course you don't. And I do not want to sell you anything. Except one thing. An idea. You helping me. Oh, boy. Sir, I am just 3 sales short of being salesman of the year. That is assuming that with all the death and zombies, we'll be closing out the year early. Which we will. Look, I'm pretty busy. We are all busy. I'm busy. You're busy helping me. But these sales are already made. I just have to make delivery of 3 bottles of Zerp stain remover so I can post to billing. Then the sales are complete and I am salesman of the year. But what's in it for you? Glory. What else? Rewards. Yes, some good useful treasure for someone like you. Что там ещё есть прикольное? You get the Zerp guarantee of satisfaction. Ну, по-моему, экзорцист самое такое прикольное, да. Ну, пошли все. Фарук, let's get going. You will not regret this. It's a tough time for sales. It's really death out there, what with all the death and so forth. And yet you soldier on. Hose 'em and close 'em, that's what I say. Болтливый ублюдок, блин. Я уже кучу аптечек потратил на тебя, придурок, блин. Вот эти мне вот больше всего бесят. Спасение вот этих придурков, блин. Точнее, не спасение, а сопровождение, блин. Если сейчас мы опять про это, либо его убьют, либо нас убьют, то я больше не буду его... Мне достал, блин. В следующий раз когда-нибудь. Все, пошли. Ну вот первая точка, блин. Учебный рецепт Софии. Ух, фига, с подводных водорослей можно делать. Это, короче, место аптечки, я так полагаю, да? Прикольно. Не, ну вот там, когда набежало человек 8 этих, блин, быстряков, я вообще охренел. Это по сценарию так задумано или чё, блин? Enjoy your stain-free existence.
Sometimes I start shooting at you. We should get going. Уровень выжимаемости почти прокачался. Good about helping people. What are you, the Peace Corps? Побежал, ничего мне не сказал, блин, придурок, блин. Пока я там оглядывался по сторонам, блин. Блин, долго тебе еще сопровождать олень, блин? Я там сразу на автомат переключусь, блин. Если сейчас опять будет нападение большое. А, вот здесь, блин, не люблю место. Еще не набегут, блин. В прошлый раз здесь вообще жесть была. Бегут, бегут. Так, нам чуть осталось. А все мы выполнили, покажись. Да. Чертеж огнемет. Благодарю вас, при почет сотрудничества с Чимойщим. Поздравляю. Спасибо. Вот ваша награда, удачи, но не заходи на мою территорию. Если увижу, что ты переманиваешь клиентуру, пристрелю. Ага. Пристрелишь, конечно. Что там за огнемет, блин? Ну-ка. Огнемет. Ну, походу, какая-то нормальная штука, кстати. А, о, огонь уровень 2. Добавляю средний огненный эффект к вашим ударам. Ну вот это пока самая мощная штука, да? Надо попробовать огнемет еще. А, он только на топор гвоздодер, да, применяется. Иди нафиг. Так, у тебя ничего нету. У нас сразу к торговцу. Так, что там нам поскидывать надо, что? Топор гвоздодер, половица, блин. Тебе нам надо попродавать кучу говна всякого. Но столько всего тут, что капец, блин. Так, давай, продаем тебе мачете. Коса. В смысле, это военные, это военные. Прикол, блин. Это продадим. Ценности продадим. Че еще там тебе продать, блин? Иди нафиг. Так, давай еще. Поварской нож. You won't find better stuff anywhere else. Ну, кстати, прокачанная очень сильная штука вот эта вот. Поварской нож, можно и оставить его. Он прямо чикает, режет жестко. Так. You won't find better stuff anywhere else. Ч
Что там у тебя еще есть? Так, американский пистолет, 118 урона, да? Ну нафиг не нужен, блин. Еще один немецкий, 159. You won't find better stuff anywhere else. Отличная крикетная бета, простой серп, забойный нож, американский пистолет. You won't find better deals in all of Haran. Так, аэрозоль, марль, силовой, это. Покупаем. Так, стрелы нафиг нам не нужны, пистолет. В смысле нет свободной ячейки, блин? А, ну пистолетные не тратили, ладно. Вот это какая-то штука интересная. 12 тысяч. Тяжелый кузнечный молот, да? Но нам, наверное, железный клевец лучше. 193. Ну-ка, что там у нас было? Чертежи. Вот этот я хочу купить. Клевец. А у нас откуда у нас клевец и кирка, блин? Кирка, ночной клуб. Ты нафиг это продать? Так. Все говно продать. You won't find better stuff anywhere else. А ночной клуб я не могу продать, я его только могу разобрать, блин. Давай продадим, блин. Так же, как и ключевой поцелуй, блин. You won't find better deals in all of Haran. Так, денег у нас дофига. Железный клевец, ну-ка еще раз посмотрим. Огнемет. Клевец, вот, клевец подходит, чтобы сделать, как раз. Сейчас мы сделаем, давай. Мы купим у тебя железный клевец. Ух ты, камуфлированная полицейская винтовка, 184 урона, да? А у нас... А, нет, это не лучше. Так, мачете тоже херня. Давай купим у тебя железный клевец. И сделаем мы вот эту херню. Контузия, урон второй уровень. Нормально. Так, железный клевец сделали на... Ну-ка давай, что там можно сделать у нас? Убийца. Крестоносец. Убийца. Убийца. Надо попробовать, что там за херня такая. Но попробуем мы с вами уже в следующей серии. А в этой мы с вами завершим. И уже посмотрим следующее, что у нас будет. Если от стая Базака, видимо, да? Дополнение. Всем желаю удачи. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ставьте лайки, комментарии пишите касательно прохождения моего. Что считаете нужным. Всем удачи, пока-пока.